Мы с вами на прогулочной трассе, продолжение Первой Крестьянской улицы, дальше туда стоянки, и вот здесь вот идут, значит, велодорожка, и велосипедисты поворачивают вот сюда ноги, и они установили почему-то забор. Хотя вот очень узкая здесь вот пешеходная зона, и люди, многие, вот даже видно эту вытоптанную дорожку, многие люди проходили здесь, вот по тоже такой мостик для труб, но там видно, что он капитальный, уже давно стоял, вот тут сотни людей прошло. Почему они решили именно сейчас это заделать, то есть никак пройти нельзя вообще. И предлагают всем вот эту скученность, вот это узкое место, пройти невозможно. И плюс еще здесь дети на велосипедах, на скутерах, потому что, конечно, понятно, что на дорогу выезжать опасно достаточно. То есть странно вообще, как они своими заборами надоели. То есть, и вот даже будут поворачивать, они, понятно, что пойдут, скорее всего, сюда. Тоже одни заборы сплошные. И вот ходите. Когда был ковид, многие пользовались вот этой маленькой тропинкой. Конечно, 1,5 метра расстояния, как его можно соблюдать. И вообще непонятно, что теперь. Теперь будет еще хуже. Толпы будут собираться в одном узком месте. И велосипеды тоже. Очень узко, посмотрите. И непонятно, кто это вообще придумал. То есть они вот около 25-го моста не делают нормально для велосипедистов дорожку, чтобы не ехать по пешеходке. А здесь они продумали, посмотрите, как все продумано. Ничего не понимаю вообще. Как вредители, такое ощущение.